Совсем скоро на 5-м канале состоится премьера сериала «Тайфун». По сюжету руководитель специальных операций ФСБ Денис Волков получает важное задание – поймать и доставить в Россию хакершу Призму. После того, как она похитила формулу секретного химического оружия, за ней охотится международный торговец оружием и американская разведка. Денис выясняет местонахождение Призмы и отправляется туда вместе со своим отрядом, чтобы ее перехватить. Однако во время операции возникают неожиданные сложности, и Денису приходится встать перед непростым выбором – действовать в интересах Родины или спасать свою семью. Главные роли в картине исполнили Федор Лавров, Марина Васильева, Диана Янакаева, Александра Урсуляк, Владислав Абашин, Пьер Бурель и другие. Премьера сериала «Тайфун» состоится уже 8 марта. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.